чемпионат мира по хоккею среди молодежи до 20 лет. С 10 по 16 декабря Будапешт, Венгрия. Сборная Казахстана сыграет с командами Австрии, Дании, Франции, Японии и хозяевами льда сборной Венгрии. Яркие и зрелищные, жесткие и бескомпромиссные. Все матчи нашей сборной только на телеканале «Инспорт». Не пропусти. Болеем за наших вместе. Ассаламу алейкум, спортсүйер қауым. Бүгін біз Рудный қаласындамыз. Сізбен бірге болатын Дархан Нұрпейісов, Горняк Арена сіздің алдыңызда. Қонақ ретінде келіп жатқан Барыс командасы Астана қаласынан келіп жатыр. Қонақ ретінде деп жатырмыз тағы да. Бүгін аязды күн. Сонымен ойын, қарымта ойын болады. Екінші ойын, кешегі ойын. 1-9 есебімен аяқталған. Ал сіздің назарларыңызға біздің осы маусымның кестесі көрсетіліп тұр. Горняк командасы 5-ші орында, Барыс командасы кешегі ойыннан кейін 2 ұпай жинақтап, жалпы 39 ұпай жинақтаған. Кешегі ойындардан кейін ешқандай өзгерістер болған жоқ. Енді құрамалар сонымен сәл ғана өзгерістер бар әрине. Барыс командасы кеше өте жақсы ойынды өткізіп, статистика жағынан 66 соққы жасай алды. 14 қана Горняк командасы соққы жасады. Және қайтара соққыларды қайтарған тең көрсеткішке тап болып жатыр. Міне алдымызда Данил Лыткин 10 ойын өткізген, 88-де 0%-тің көрсетуде. Бүгін ойын осы қақпашы қорғайды қақпаны. Ал Илья Лигай шығып жатыр Горняк командасының құрамынан. Әрине Илья Лигайдың 3 ойыны ғана өткізілді осы маусымда. 99% көрсеткіші бар. Ислам Абдуллаев көзге түсетін ойыншы, ең үздік ойыншы деп атасақ та қателеспейміз. Ал енді кешегі ойын барысын атап кетсек, Барыс командасының басымдылығы айқын болды. Көпшілікте бір ғана гол соғылды Барыс командасынан. Бірақ жалпы Горняк командасы 7 рет ережені бұзып, 14 минуттық айыпталу уақытын алды. Кемшілікте ешқандай гол соғылған жоқ. Енді әрине Горняк командасы осал команда болғанмен, барын салып осы қайтара ойынды өз жеңіс бетін өзіне Браун әрине үміттенеді. Сондықтан да өте жақсы қақтығысты біз көре тұрармыз. Илья Лигайды шығарып жатқан Андрей Александр Шевченко әрине үміт артырып жатыр осы қақпашыға. Мүмкін осылай болатын шығар. Бүгін Артем Бук ойын ойнамайды. Артем Бук біздің негізгі құрамада Горнякта ойнайды. Ал Барыс командасы, Барыс ұжымы шығып жатыр ақ жейделі киімді киіп. Әрине төрешілер алқасы сіздің алдыңызда. Владислав Зотов, Дастан Нукижаев, Данил Комиссаренко осы үш төреші тағайындалған осы ойынға. Ал міне барлық дайын болып жатыр. Енді голдың авторларын атап кетсейм. Артем Шарапов бірінші голды соға білді ассистентсіз өзінің шеберлігімен. Асанәлі Саркенов екінші кезеңде есепті одан артырып жіберді 2-0 есебімен. Оған көмекші болған Арыстан Амырханов, Абзал Алибек. Үшінші голды Карим Қажыбеков, оған көмектес болған Рахымбек Мейірман. Төртінші голды Алексей Трегубов, Карим Қажыбеков оған көмекші ретінде болған.
көбіне қара жейделі Горняк командасы шығып жатыр осы алаңға. Көпшілікте Александр Макаров голды соғып, Амир Гафуров оған көмекші болған, Рахымбек Мейірман көмекші ассистент ретінде болып шыққан осы Александр Макаровқа. 6-шы голды Егор Левковец, 7-шы голды Абзал Алибек, Денис Габдулянов. Горняк командасынан есепті ашты, 1-0 есеппен Роман Макаров, Артем Бук оған көмек көрсеткен. Және 8-ші голды Александр Перкин, 9-ші голды Рахимбек Мейірман. Осылай 1-9 есеппен аяқталды ойын кешегі. Бізде Әнұран, Әнұраннан кейін біз әрине қосыламыз сізге. Всем доброго морозного дня, но у нас в Кустанайской области сегодня очень морозно, но это не помешает нашей второй встрече. Горняк встречается с командой Барыс из города Астаны. Ну и на ваших экранах первая пятерка состава Барыс. Ну и вчерашняя встреча прошла под диктовку столичного коллектива. Со счетом 1-9 победу одержал Барыс. Ну и была замена вратаря. Вратарь команды Барыс Аблайхан Тулеубай отстоял все основное время. Ну и в третьем периоде была замена. Абай Шарипов вышел на замену. И все-таки он пропустил от Дениса Габдулянова один гол. Не получилось у Абая оформить сухой матч. Ну, а что сказать об Горняке? Никита Шапошник играл очень достойно, но, конечно, много вопросов есть нашей, именно коллективу Горняка в защите. Много вопросов. Ну и все у нас готово ко встрече. Главный судья матча Владислав Зотов. Линейные судьи Дастан Нукижаев, Данил Комиссаренко. Ну и Горняк сейчас пытается отобрать шайбу у гостей. Гости у нас в белой форме. Горняк традиционно в черной форме. Ну и опять же у нас есть небольшое изменение в первой пятерке у Барыса. Поднялся первое звено, 19-й номер Карим Кожебеков. Карим Кожебеков вчера забил гол, отметился голом, отметился передачами. И да, вот Алексею Трегубову Карим Кожебеков ассистировал. И Александру Перкину 2 ассиста, 1 гол. Очень здорово отыграл Карим. Поэтому будем ждать и сегодня от него голевой и пасовой феерии, так скажем. Ну и подсел у нас Горняк на своей зоне. Ну а Барыс по-прежнему имеет определенное давление на ворота противника. Ну а сегодня Илья Легай выходит защищать створ ворот от команды Горняк. Илья Легай 3 игры в этом сезоне провел, 99% показатель у Ильи. Сейчас Адрихан Сертаев с шайбой выносит шайбу игроки.
И у нас продолжается атака Бориса. И здорово пробивает сейчас поворотом 76-й номер Нурислам Зияш. Здорово. Продолжается борьба у борта. Здесь за шайбу Борис отбирает шайбу. И будет сейчас атака. 14-й номер у нас пытается своими силами Рахимбек Мирман пробиться в ворота. Рахимбек Мирман и вчера был у нас на виду. Вот он, Мирман. Хотел обмануть. Ну, не получилось. Итак, у нас Илья Лигай на ваших экранах. Решение судей ожидается здесь. Остановка игры. Ну и ожидается еще раз вбрасывание. Был здесь сейчас у нас гол. Открыт счет 1-0. Извиняюсь, уважаемые зрители, сегодняшнего матча пропустил я этот момент. Ну и, конечно, нам повторов сейчас покажут. Борис в защите. Остановка, ну и видно нарушение за подножку. Здесь Хайсар, 55-й номер, Арнур Хайсар присаживается на скамейку штрафников. В большинстве будет Горняк. Естественно, это хорошая возможность сравнять счет. И вчера была возможность у Горняка. Вот сейчас ошибается здесь игрок в черной форме. Денис Габдулянов на площадке. Автор вчерашнего гола. Ну и, к слову сказать, вчера Горняк в основное время провел в защите. Под диктовку Бориса, еще раз я говорю, повторяюсь, что прошла игра вчерашнего дня. Ну и здесь 88-й номер Роман Макаров заносит все-таки шайбу и выбрасывает ее из зоны своей. До Бориса опасный момент здесь. 12-й номер Савелий Потапов пробивал по воротам. Но ему мешал Макаров, возможно. Илья Лигай восстанавливает дыхание, естественно. Болгов выдавал пас на Потапова. Ну и Потапов неплохо воспользовался этим моментом. Вбрасывание обратно на стороне рудничан. Ну и контратака от команды Горняк. Ну а вчерашние игры у нас завершились с вот таким результатом. Актобе выиграла у команды Астаны на своем поле 3-2. Темиртау проиграл на своем поле команде Торпедо из Усть-Каменогорска. Торпедо 4-0. Жасбатыр очередной раз доказывает свои лидерские позиции. 1-10 выигрывает он у Кулагера. Мунайши выигрывает в гостях у Алматы со счетом 2-3. Орлан проигрывает Ястребам 3-7 на своей земле. Ну и Горняк с Борисом отыграли на 1-9.
Ну и сейчас Борис проводит еще одни атакующие действия. 97 номер Альмир Оразбаев поборолся у борта, но Горняк отбирает эту шайбу и сейчас устремляется в контратаку. Хан Сертаев взаимодействует он с Исамом Абдуллаевым. Да, очень тяжело Горняку играть в атаке, потому что и большинство никак не повлияло на атакующий порыв. Смотрите, и удар, 42 номер. Дмитрий Рязанов пробивает. Дмитрий Рязанов, это первая пятерка у нас. Первая пятерки у нас играет от команды Горняк Павел Гаврюшин, Денис Габдулянов, Дмитрий Рязанов, Ислам Абдуллаев и Роман Макаров. Ну а Борис представлен в первой пятерке: Раты Дурглишвили, Александр Перкин, Карим Кожебеков, Артем Шарапов и Алексей Трегубов. Ну и 44 номер команды Борис Амир Гафуров с третьего звена поднимается во второе звено. В этой пятерке он будет играть. И опасный момент здесь. Илья Легай ошибался. И очередной раз не смог удержать Илья шайбу в своих руках. Проворнее оказались игроки Борыса. Ну и 13 номер Абзал Алибек. Абзал Алибек и вчера досаждал ворота команды Горняк. Ал Жалгас Рамос, бірінші кезең Барыс командасының шабуыл мен өтуде. Қараңыздар, Горняктың көпшілігі да болды, бірақ ешқандай нәтиже алып келген жоқ осы ойын. Көп деген ереже бұзылып жатқан кешегі ойынды біз тамашаладық. Ал бізде қазір Барыс командасының шабуылы тағы да нақты болуда. Өте қауіпті соққыны жасап жатыр Кирилл Балгов мен ойымша. Алла біздің көрсетілімнің серіктесі OneXBet букмекерлік компаниясы. Біздің достарымыздың сайтында және әлеуметтік желілерінде сіз ең ауқымды желілерді, жоғары коэффициенттерді, бірге белділік бағдарламаларын және ұтыс ойындарын таба аласыз. Дәл қазір сіз Қайрат Лига акциясында 60 миллион теңге ұтыс ойын ала аласыз. Бізде жарнама. Қосылып жатырмыз біз шағын ғана жарнамадан кейін. Ал қараңыздар, Горняк командасының қорғанысы. Қорғаныста қателік жіберіп жатыр Горняк командасы. Қараңыздар, енді Лев Крицын таяқпен ұрғаны үшін айыпталу аймағында отыр. Ал бас бапкер ретінде Виталий Анатольевич Литвинов шығып жатыр біздің бейнемізде. Горняк командасында Андрей Александр Шевченко сақтап қалып жатыр шабуылдың ниетін. Мына жерде қателесіп жатыр Давид Стенников. Соққы Илья Легай орнында. 19-шы номердегі Карим Қажыбеков соққы жасаған. Өте жойқын. Тада Барыс командасының ширақ шабуылы, бірақ өшіп қалды. Өте жақсы қабылдауда 17-ші номердегі ойыншы Денис Габдулянов. Шабуыл. Көпшілікте қазір Барыс командасы, көпшіліксіз да оңай емес рунылық жұмға. Қараңыздар, шығара алмай жатыр шайбаны. Не, үлгіріп жатыр 76-шы Нұрислам Зияш, 14-шы Рахымбек Мейірман,
шығып жатыр. Екінші ұжым мына жерде. Илья Лигай. Өте жақсы қабылдап жатыр шайбаны. Кешегі ойынның мен айтып жатырмын. Гол соғады. Кейіпкерлерін, бас кейіпкер Артем Шарапов, Асанәлі Саркенов, Камиль Кубаев, Ажбеков Кешімжан, Алексей Трегубов, Александр Макаров, Егор Легковец. Көптеген ойыншылар. Қараңыздар қазір. Тағда гол соғатын мүмкіндік болды. Көпшілікте 30 секундтай уақыт қалып тұр. Зияш Нұрислам қазір пас алмасу. Жоғалтып жатыр шайбаны. Сақтап қалды, бірақ Барыс командасының ойыншылары келіспейді онымен. Тағы да соққы бола ма екен. Иә, соққыға әрине қазір ұмтылыс жасауда. Тағы да лақтырыс. Рахымбек соққы жасады. Қайда асықпайды әрине. 1-0 есебімен бірінші кезеңде ұтып жатыр. Кешегідей де болып тұрған оқиға ол. Қазір борттың қасындағы талас. Горняктың еншілде қазір шайба пас беретін мүмкіндік болды ғой. Бірақ өте тез шапшан ойыншылар Барыс командасында. Өте қауіпті ойнауда Барыс ойыншылары. Шайбаны жоғалтатын мүмкіндік болды. Иә, мына жерде мүмкін проброс болатын шығар. Иә, қазір Горняк командасының алаңында ойнатады осы шайбаны. Итак, у нас очередная остановка игры, проброс, и будет вбрасывание на территории хозяев этого льда, Горняк Арена у нас. И здорово защищается Горняк, но тем не менее броски так и сыплются. Вчера 66-14 был показатель, 66 бросков осуществил, и здорово у нас. Проход оформил игрок команды Барыс. Ну а партнером нашей трансляции является букмекерская компания 1xbet. На сайте и в социальных сетях наших друзей вы найдете самые широкие линии, высокие коэффициенты, уникальные программы лояльности и розыгрыши призов. Прямо сейчас вы можете принять участие в розыгрыше 60 миллионов тенге в акции «Кайрат Лига». Делайте ставки на казахстанских спортсменов и клубы и станьте участником гонки за солидный призовой фонд. Вот такая у нас компания 1xbet. Ну, на ваших экранах Аслан Руслан был, здесь Потапов, Савелий. Плохие возможности демонстрирует Барыс во взятии ворот. И бросок от Льва Крицына. Но выше ворот. И все видел у нас Данил Лыткин. Здорово, конечно, Лев Крицын пробивал. Но не точно. Выше ворот, мое мнение. Да и в сторону вообще. Данил все видел. Ну и Кирилл Болгов на ваших экранах. Давид Стенников. Ну а параллельные игры, как я говорил, уже не повлияли на исход нашей таблицы. Потому что Актобе сыграла со Астаной со счетом 3-2. Тем самым они набрали свои два заветных очка и набирают 32. Сохраняется за ними третье место. Ну а Астана также остается на четвертом месте. Вчерашние игры не повлияли, в принципе, на картину всей таблицы. Все остались на своих местах.
Ну, а Борис, естественно, упрочил позицию. Сегодняшняя игра еще раз им, конечно, даст возможность оторваться от третьего места от команды Актобе. Здорово здесь владеет техникой катания. Опасный был наброс на ворота. Еще одна пасовка. В принципе, Горняк очень неплохо играет, но в атаке здесь не дают никаких возможностей. Отличная защита у Бориса. Естественно, мы говорим, что и молодой состав у команды Горняк, и, возможно, нехватка какой-то игровой практики. Здесь нарушение, задержка соперника. Так. На 47-м номере Артеме Шарапове у нас Альберт Боб. Да, нарушает. Ну и большинство Бориса. И без того очень тяжело команде Горняк. И здесь 14-й номер забивает гол. Рахимбек Мирман. Гол. Здорово. Илья Легай не успевает за броском. Здорово. Ассистирует ему его партнер. Руслан Зияш ассистировал. Да, здорово. Счет упрочился. Команда Горняк увеличивает разрыв. Счет 0-2. Остается 8 минут 30 секунд игрового времени. Ну а Данил Лыткин, как я уже говорил, провел 10 игр. 88% показатель у Данила. Очень здорово играет он в створе ворот за команду Борис. Ну и здесь Горняк забирает шайбу. Будет ли сохранить все-таки за Борисом. И набрасывает здесь у нас Нурислам Зияш обратно. Да. Нурислам Зияш забирает шайбу и устремляется обратно в очередную атаку. Илья Легай отбрасывает шайбу. Ну, а к слову сказать, что Горняк уже после этих игр не имеет никакой возможности попадания в плей-офф. Естественно, будут доигрывать этот сезон игроки Андрей Александрович Шевченко. Борис маневрирует между игроками в черной форме. И будет бросок еще. Илья Легай на месте. Егор Левковец до этого набрасывал на ворота. Проверил он Илью. Вышла шайба и будет атака сейчас. Да, и еще раз сейчас Горняк в атакующем порыве. Захлебывается атака. Борис выносит шайбу. Набрасывает за ворота игрок Бориса. Ну и остается 6 минут у нас. 17 номер перехватывает Низ Габдулянов. Да, вязкая очень игра в нападении у команды Горняк. Долго не могут принять решение. Ну и, конечно, скоростные возможности у Бориса преобладают. Сейчас мы смотрим что-то наподобие атаки от Горняка на территории соперника.
возят они этот, эту шайбу, но никак не получается у них. И Борис 2 в 2 выходит. 12 номер у нас Савелий Потапов. Илья Лигай не дал ему возможности. Разбег Лама. Итак, подключаемся мы к первому периоду противостояния Горняк-Борис. Счет 0-2. Остается 5 минут 44 секунды. Ну и Борис, естественно, никуда не торопится. Потапов, смотрите, здесь проходит. Илья Лигай здорово забирает эту шайбу. Ну и набрасывание Давид Стенников. И 17 номер Александр Перкин. Борис отбирает шайбу. Показатель вбрасывания был во вчерашней игре примерно одинаков. Ну и команда Горняк теряет шайбу игрок. Пас играет Борис. Очень неплохо взаимодействуют между собой игроки. Давид Стенников перехватывает. Но здесь здорово. И 19 номер имел возможность Карим Кожебеков забить гол. И здесь у нас остановка игры. Лигай ехал из ворот, а тут автогол получается, что, а может и после свистка это было. Сейчас мы все это узнаем. Перед вами Артем Шарапов. Да, ну и гол засчитывают, я так понимаю, арбитры, и будет счет. Сейчас у нас на табло 0-3. Да, и тяжело принять решение. Непонятная ситуация происходит у нас, уважаемые зрители. На точке вбрасывания у нас Горняк побеждает в этом компоненте. В пас играют команда Горняк, и хотят они, естественно. И очередная ошибка. Что за игра, вот, непонятная. Ал жалғастырамыз. Осы ой бірінші кезеңнің аяқталуына 4 минут қалып тұр. 17-ші номердегі ойыншы Денис Габдулянов шайбаны алып келіп жатыр. Осы Барыс командасының жағына, бірақ Барыс командасының ойыншылары келіспей осы шайбаны шығарып жатыр алаңнан, өз алаңнан деп айтып жатырмыз біз. Пас алмасу болам екен. Өте жақсы кіріп жатыр осы аймаққа Горняк, бірақ осымен бәрі де бітеді, өйткені Горняк командасының шабуылы өшіп қалады әрдайым, қараңыздар. Көпшілік Горняк командасында қауіпті лақтырыс. Данил Лыткин орнында. Дмитрий Рязанов лақтырыс жасады. Карим Қаржыбеков таяқпен жоғары ойнаған үшін
бікою на ваншинки, що зраємо. Давид Стенников. Игорь Левковец. Шайбаны лақтыр жатыр. Қақпа бағытына Горняк командасы, бірақ нақты тигіз алмай жатыр осы қақпаға. Барыс командасынан шабуылы Илья Лигай орында. Екі жақтында қақпашысы 60-шы сандық номермен ойнауда. Әділхан Сертаев қосып жатыр. Осы шабуылға қауіпті тағда. Үлгірмей қалды. Тағда соққы Горняк командасының ойыншылары шабуылдап жатыр. Барыс командасының қарымта шабуылы. Алмасып жатыр ойыншылар. Тағда қателік. Жақсы. Денис Габдулянов. Пас алмасу болмай жатыр. Горняк командасы қонақтарын алаңына лақтырып жатыр шайбаны. Көптеген қателік бол жатыр Горняк командасының құрамында. Илья Лигай қабылдады шайбаны. Жалпы айтып өтсек, Барыс командасы әрине жоғарғы орын алып тұрса да, осы маусымның кестесінде айтарлықтай көп басымдық қазір көрінбей жатыр. Кешегі ойында 3-ші кезеңде 4 гол соғылды. Ол өте жақсы жетістік, бірақ Горняк командасының осы төзімділік қасиетіне әрине көп сұрақтар бар, өйткені төзімділік қасиетінен ғана шаршап осы үшінші кезеңде 1 минутта 4 гол өткізетін ол бір не сұмдық болып жатыр. Горняк командасының шабуылы өте жақсы алдап жатыр Денис Габдулянов. Данил Лыткин көріп жатыр осы лақтырыстарды. Бізде үзіліс болып жатыр тағда. Төрешілер ысқырығы. Өте жақсы бейне қайталау қараңыздар. Ратай Дурглишвили 4-ші номердегі ойыншы. Пас алмасу Барыс командасының ойыншылары алып қойды. Жоқ. Давид Стенниковтың мүмкіндігі жоқ. Болмай қалды. Барыс командасының қарымта шабуылы өзінің шеберлігімен қазір сақтап қалып жатыр. Барыс қауіпті қате қазір. Павел Гаврюшин ұмтыл жасады, бірақ жылдамдығы жеткіліксіз болды. Осы ойынның аяқталуына 48 секунд қалып тұр. Қауіпті лақтырыс. Илья Лигай құтқарды өзінің қақпасын. Горняк командасының қарымта шабуылы қараңыздар. 7-ші номердегі Артем Шарапов. Жоқ, Исам Абдулаев, кешірім сұраймын. Артем Шарапов Барыс командасында ойын көрсетеді. Горняк командасының соңғы шабуылын біз көрер ме екен біз, құрметті жанкүйерлер. Уақыт аяқталды. Есеп сонымен 3-0. Бірінші голдың авторы Рахымбек Мейірман болып атанып жатыр. Қараңыздар, Мейірман сіздің алдыңызда. Және осы голдың біз аяқтап жатырмыз. Есеп 0-3. Енді екінші кезеңде кездескенше, құрметті жанкүйерлер.
игры. Вашему вниманию представлены лучшие моменты первой игры между командами Кулагер и Жас Батыр. Мы видим, активно начали гости. Здесь Комиссаров отдавал на Серикбулатова и не удалось подправить шайбу в ворота. И здесь после броска от синей линии Руслана Тельгужаева здесь успел подправить Арман Садыков. В большинстве забрасывает первую шайбу команда Жас Батыр. 1-0. Садыков становится автором заброшенной шайбы. После чего мы видим, Фрукалов здесь наносит бросок. И хорошо здесь атакуют хозяева площадки, но на месте голкипер команды Жас Батыр. И вот она, шайба команды Кулагер. Хайболсен Мирам сравнивает счет в сегодняшнем матче. Ну и здесь, опять же, тут автором гола, можно сказать, Тельгужаев становится после рикошета от его клюшки. Шайба влетает в ворота. И здесь уже Данил Чепицкий выводит свою команду вперед. 2-1. Да, хороший бросок с развороту. Здесь в дальнюю девятку попал. И Алексей Байдек не смог ничего противопоставить. 2-1 на табло. И во втором периоде мы уже больше заброшенных шайб не видели. Здесь Егор Бань удаляется. И опасный момент был у ворот Алексея Байдека. Смотрим мы здесь. Фрукалов убегает на рандеву с Дударкиевым, но переиграть не удалось. И здесь конец периода. Мы видим силовой прием от Ильи Серика на Батырхане Баймурзаеве. Хороший момент здесь. Сильно и хлестко бросал у нас Роман Строчкин. И очередной опасный момент от Амира Бахджанова. Мы видим, силовым приемом валят на лед Хальзева. Кирилл Замалиев осуществлял силовой прием. И выход 1-0 Сергея Горбань. Еще один силовой прием от команды Кулагер. И вот он, наброс, и третья шайба влетает в ворота Кулагера под конец второго периода. Андрей Мануилов забрасывает шайбу в ворота. 3-1 до конца. До периода оставалось чуть меньше 6 минут. И смотрим мы, очередная атака команды Жас Батыр. И здесь, да, в перекладину попадает игрок Жас Батыра. Ну и третий период прошел под полную диктовку команды Жас Батыр. Смотрим мы, как четвертая шайба влетает в ворота Кулагера. Андрей Перутинский забрасывает шайбу. 4-1 на табло. Ну что, хозяева также продолжали идти вперед. Были надежды. Ребята старались, но вот мы видим здесь Илья Фролов индивидуальными действиями пытался прошить оборону Жас Батыра. И пятая шайба влетает в ворота Кулагера. Руслан Тельгужаев становится ее автором. И тут же следом убегает в меньшинстве. Напомню, что была заброшена шайба. И здесь следом же был опасный момент. И ворота команды Кулагер уже занимает Станислав Валентикевич. Здесь большинство от команды Кулагер. И реализовывает его. Шестую шайбу забивает Филипп Папшев. Ворота Кулагера. Смотрим мы еще один розыгрыш. И здесь уже Чепицких, извиняюсь, восьмую шайбу забрасывает ворота Кулагера. Ну и Сен Мухаммедьяров
забыли мы упомянуть. Автор 7-й заброшенной шайбы. И здесь дубль от Руслана Тельвожаева. И ставит точку в сегодняшнем матче. 10-1 на табло. Поздравляем атаровский коллектив с победой. Статистика матча на ваших экранах. 23-47 по броскам. Впереди Жасбатыр. По вбрасываниям 30-30 у нас равно. И 3 гола в большинстве. И 2 гола в меньшинстве забивает команда Жасбатыр. Это больше меня удивляет. В целом по всем показателям, кроме вбрасываний, впереди оказались гости. Ну, от этого и такой крупный счет на табло. Ну, ничего страшного, я думаю, сейчас проведутся работы в команде Кулагер. Максим Валерьевич, Сергей Валерьевич проведут корректировки. И завтра мы увидим зажигательный матч между командами Кулагер и Жасбатыр. До скорых встреч. Увидимся на хоккее. И переходим к самым главным моментам противостояния между Темиртау и Торпедой из Усть-Каменогорска. Подборка хайлайтов. Хайлайтов, конечно же, в первую очередь радующих глаз болельщиков Торпеда. Началось все вот с такого вот неприятного эпизода для Тихонькова. Попали ему там полоски, причем не было нарушения правил. Ну а дальше моменты ворот Охолин. Перебросали. Кисть команды Алексея Решетникова своих соперников. Ну и вот первый гол. С передачей Мерзликина отличается Мади Жапар. Хорошим броском, подмышку, можно сказать, упохолен. Так, прошла. Смотрим дальше. И здесь уже Мерзликин реализует. Также большинство. Классная передача из ворот от Артура Глухих. Ну и оставили одного на пятаке 69-го номера, за что, в общем-то, и поплатились подопечные Даниэра Ахметова. Таким образом, счет стал 2-0. И с такими цифрами команды ушли на перерыв этого противостояния. Период под номером 2. И здесь момент, с которым был видеопросмотр связан. Да, смотрели на предмет акцентированного движения коньком от Руслана Чалкина. Но шайбу засчитали, и 3-0 счет стал в пользу Торпеда. Чалкин забросил свой первый гол в этом чемпионате, в этом сезоне. Были еще классные моменты ворот Пахоленко. Их намного больше было, чем Владимира Эрштейна. Но периодически и Никите Эрштейну приходилось вступать в игру. Не без хитов, конечно же, не без силовой борьбы. Ударений было, не сказать, чтобы мало, но и грубую игру я все-таки назову. Один из эпизодов, когда Степанов бросал. Здесь хороший шанс был попробовать на добивании сработать. Но и полевые кисты, и Эрштейн успел переместиться. В общем-то, грамотно действовали из Торпеда. Ну и в самой концовке этого матча вот так вот элегантно Игорь Кисель разобрался с своим соперником и уложил шайбу в ворота, сделав счет 4-0. Это было за менее чем 2 секунды до конца третьего периода. Какое интересное празднование Белякова. Вот так вот бежал своему одноклубнику, чтобы того поздравить. Ну что же, друзья, благодарим всех, кто смотрел с нами эту трансляцию. Комментировал для вас эту встречу Никита Климов. Смотрите хоккей, смотрите 1xBet, Жастар хоккей, Лигасы. И, конечно же, будьте здоровы, любите хоккей. Еще услышимся. Всего хорошего. Подводим итоги матча, который состоялся в Кокшетау. Дворец спорта «Бурабай» принимал встречи между «Орланом» и командой «Ястребы» из Уральска. Первый период у нас остался без голевым. В нем мы не увидели заброшенный шайб, но борьбы было много. Соперники поочередно атаковали ворота друг друга. И особенно работы было у этого парня под первым номером Слав Владюров. Сегодня был на последнем рубеже своей команды. Но и Руслана Кайкенова нам показывает также... Хоккеист, который приложил сегодня немало усилий для победы своей команды. Но обо всем
по порядку. Пока мы смотрим эпизоды первого периода, который, как я уже сказал, не оказался безголевым. Но моменты были, как мы видим, братские поворота следовали один за другим. Но все самое интересное было у нас уже в периоде встречи номер два. Ну и вот, собственно говоря, начало заброшенных шаек. Здесь Рахимов отличается. Дальше, с интервала буквально 2 минуты, еще одна шайба побывала в воротах. Вот здесь Стальмаков здорово разобрался на пятаке. И с добивания делает счет 0-2 с передачи Селезнева. Дальше смотрим, что у нас происходило. Буквально опять же следующий розыгрыш. И еще одна шайба проникнет в ворота Орлана. Саинов здесь отличился. 0-3 после этого эпизода. Дальше смотрим, как еще раз отличился Стальмаков. Сделал счет уже 0-4. Вот такая атака, незамысловато, но и 0-4 счет. Стальмаков принимает поздравления. Чемпионат мира по хоккею среди молодежи до 20 лет. С 10 по 16 декабря Будапешт, Венгрия. Сборная Казахстана сыграет с командами Австрии, Дании, Франции, Японии и хозяевами льда сборной Венгрии. Яркие и зрелищные, жесткие и бескомпромиссные. Все матчи нашей сборной только на телеканале InSport. Не пропусти. Болеем за наших вместе. Итак, статистика после первого периода на ваших экранах. Противостояние Горняк-Барыс, ЖАС-хоккей Лига Сы. Ну и по броскам, в принципе, также преобладает команда Барыс из нашей столицы. Ну а на точке вбрасывания хорошие возможности имеет команда Горняк. Ну, по штрафным минутам сравнялись оба коллектива. Готово сейчас у нас все ко второму периоду. Ну а авторами голов были Абзал Алибек. Первый гол забил, значит, 13-й номер. Ну а его порыв поддержал Рахимбек Мейерман. В большинстве оформил он второй гол. Нурислам Зияш, Амир Гафуров ему ассистировали. Ну а Абзалу Алибеку Егор Левковец ассистировал. Ну а третий гол здесь был немножко казусный. Карим Кажибеков записан на этом этапе. Ну и счет у нас 0-3. Барыс с первых секунд отбирает шайбу и устремляется в атаку. Мы видим сейчас.
Да. Генеральный партнер 1xbet у нас. И видим мы, что Александр Перкин здесь угрожал воротам Ильи Легая. Видим мы, что с первых же секунд устремляется Борис упрочить свою позицию. Ну, а штрафные минуты. Карим Кожебеков. Опасная игра высоко поднятой клюшкой. Альберт Боб. Задержка клюшкой. Удар клюшкой Лев Крицын. И подножка Кайсар Арнур. Вот такие у нас были нарушения. В принципе, в первом периоде. Первый период, опять же, прошел под диктовку команды Барыс. Диктовка была атакующая. И, естественно, большое время проводит Горняк в том, чтобы отобрать шайбу или вывести ее из своей зоны. Вот такая статистика после первого периода. И опять сейчас Барыс не может вытащить шайбу из своей зоны. Естественно, 9 бросков совершили. Это очень удачно для команды Горняк. И здесь опасный момент. Илья Легай спасает очередной раз эту ситуацию. 44-й номер Амир Гафуров попытал счастье у ворот Ильи Легая. Фирман выдает пас. Ну и Гафуров здесь из-под игрока пытался просочить этот момент, но не получилось. Вбрасывание у нас на территории хозяев. И 7-й номер у нас Легаврюшин Павел. В защите сейчас опять Горняк. Конечно, очень много сил тратится для того, чтобы и напряжение, для того, чтобы отзащищаться от такой атакующей команды, как Барыс. Барыс на втором месте, Горняк на 12-м месте с 5 очками, естественно. И очередное сейчас будет вбрасывание на территории, на стороне Горняка. Перехватил шайбу. Альвик Абзал был на острой атаке. Ну и Горняк здорово выбрасывает, но будет сейчас проброс. Возвращать будет шайбу в зону Горняка. Рудничане неплохо проводят отрезок в защите. Но, конечно, хотелось бы увидеть игроков в черной форме в атаке, в бросающем порыве. Естественно, для болельщиков города Рудного это было бы большим счастьем. Мы видим сейчас, да, перехватывает шайбу Борис, ой, Горняк, и Борис обратно перехватывает. Здесь борьба у борта. Здесь Габдулянов выбрасывает шайбу. И заново пытается войти в зону игрок Барыса. Здорово. Здорово он одного, второго обвел. 11-й номер. Это у нас Ратимир Трифонов. 10-й номер Илья Шапаров. Борьба у борта за шайбу. Шайба у нас затерялась в игроках обратно в белой форме. И опасный момент. Разряжает обстановку. 8-й номер. 9-й номер Кирилл Болгов бросает. Створ ворот. Но защитники на пути. И шайба покидает зону от Ильи Легая. 27-й номер бросал Егор Шимин. Ну и радостные игроки Барыса. Счет, конечно, 0-3 в их пользу. И ничего не угрожает воротам с первых минут. Уже прошло около 3 минут игрового времени второго периода. И никак не могут игроки в черной форме, а именно команда Горняк, выйти из своей зоны вратарской, так скажем. Да. Теряется шайба обратно. Здорово, здорово. И хотелось бы контратаку. Но захлебывается здесь. Перехватывают игроки в белой форме. 47-й номер с 19-м Каримом Кожебековым. Артем Шарапов взаимодействует.
удерживает соперника на локте, так скажем. 97-й Альмир Оразбаев. Нет, это 87-й, извиняюсь, Алексей Трегубов. И здесь Карим Кожбеков. Накручивает он здесь. И теряется шайба. Здесь нарушение за подножку, за задержку соперника, возможно. И будет большинство обратно у команды «Барыс». И шайба за воротами. Мы видим хорошее противостояние. Давид Стенников за задержку клюшкой. Покидает он ледовую площадку в зоне штрафников. Мы и в меньшинстве. Горняк очередной раз здесь будет сейчас. Третье нарушение от команды Горняк. Выбрасывают шайбу. Тем самым время в их пользу идет. Ну и команда Горняк, седьмой номер Гаврюшин Павел. Устремился он отбирать шайбу. И здесь 14-й свободно входит Борис в зону Горняка. Мы видим свободное перемещение. Нет никакого давления. Все спокойно. И наброс. Здесь опасно. Выбрасывает, разряжает обстановку. Рахимбек Мирман имел возможность. 76-й номер Нурислам Зияш также был там же в атаке. Большинство проходит, по моему мнению, успешно у Бориса, потому что много бросков. Ну и здесь перехват 22-го номера Асанали Саркенова. Шайба покидает зону Горняка и будет сейчас бросание в середине, я так думаю. Адильхан Сертаев на ваших экранах, капитан этой команды. Да, в средней зоне вбрасывание организовывают арбитры нашего матча Лев Крицын. Забрали шайбу обратно. Большинство продолжается. 40 секунд остается. Большинство. А, у нас 5 минут. И здорово было бы. Но бы мешает. И не получился удар у игроков Бориса. А, расположились неплохо. И здесь ошибочка выходит. Здорово забирает и с острого угла, можно так сказать. Борис в атаке очередной раз. Взаимодействует с Абзалом Алибеком. 41-й номер Егор Левковец. И здорово пробивает 22-й Асанали Саркенов. Еще от синей линии добавляет Темирлан Китаров. Алибек Абзал. Ну и заводит. Нет, не получается. Да, быстро возвращается 13-й номер Абзал Алибек. Но не тут-то было. 10-й номер Илья Шапаров. И бросок из-под двух игроков. Абзал Гастрамов. Сөйте қауіпті жағдайлар туындап жатыр. Гарния командасының қақпасының алдында. Көптеген лақтырстар Барыс командасы өткізіп жатыр. Әрине қараңыздар. Қарымта шабуыл. 12-ші номердің шабуылы. Потапов Савели. Мүмкіндік болды. Потапов Савелий өте ширақ қозғалуда. Тез шапшан жарнама. Біз де жарнамадан кейін қосыламыз.
Я қосылып жатырмыз. Біз шағын ғана жарнамадан кейін. Ал бізде есеп әлде 0-3. Осы екінші кезең басталғалы Барыс командасы шабуылдан шықпай жатыр. Ал Горняк командасы болса қорғаныстан қамалып қалды. Спорттық эмоциялардың бас демеушісі OneXBet компаниясы осы көрсетілімнің серіктесі болып табылады. Қазіргі сәтте барлық футбол әуесқойлары Ыстанбұл ғажайыбы акциясына қатысуға және Чемпиондар Лигасы мен Конференциялар Лигасының матчтарын тамашалауға Ыстанбұлға сапар ұтып алуға бірегей мүмкіндікке ие. Толығырақ Instagram OneXBet.kz парақшасында сіз көре аласыз. Құрметті жанкүйерлер, құрметті көрермендер. Ал бізде Барыс командасы қонақ ретінде келуде Рудныйлық өңірге деп жатырмыз біз. Қараңыздар, Барыс командасының қорғанысы болды. Ал мына жерде 95-ші нөмірдегі ойыншы алып қойып жатыр осы шайбаны. Михаил Кажуховский атты ойыншы. Міне қазір қауіпті қақпаның алдынан Горняк командасы әйтеуір әрең болса да шығып жатыр шабуылға. Бірақ өте нақты ойын көрсетуде Барыс командасының ойыншылары. Қорғанысы мықты. Қараңыздар, беріп жатыр шайбаны. Болмай қалды. Данил Лыткин қорғаныста өте жақсы қабылдады. Данил Лыткин тұрып жатыр. Ал лақтырыстар. Кирилл Балгов болды осы қақпаның алдында. Ал Виталий Анатольевич Литвинов қазір өзінің пікірлерін айтып жатыр өзінің шәкірттеріне. Төртінші номердегі ойыншы бұл Ратый Дурглишвили. Өте жақсы пас, бірақ төрешілер сықырғы болды. Неге тоқтатқан? Өте жақсы шабуыл болды. Андрей Александр Шевченко алдыңызда. Горняк командасының бапкері. Шайбаны Горняк алып қойды. Лев Крицын қабылдай алмады. 21-ші номердегі ойыншы бұл Иван Корниенко. Пас алмасу. Барыс командасының қазір шабуылы. Өте жақсы лақтырыс. Мүмкін әріптестерім үлгіретін шығар деп лақтырыс болды. Төртінші номердегі Ратый Дурглишвили қазір шайбамен болды. Әлдихан Сертаев. Қабылдай алмай жатыр осы шайбаны қазір Горняк. Ал Горняктың қазір қорғанысы тағы да күтілуде. Қауіпті жағдай мына жерде. Гол. Иә, гол. Мирман Рахымбек дубль жасауда бүгін. Шыр айналып, қараңыздар, қақпаны айналып келіп лақтыр жасады. Үлгірмей қалды Илья Лигай осы сәтке. Қараңыздар, өте тамаша гол. Рахымбек Мирманды біз құттықтаймыз. Қараңыздар, шеберлікті өте жақсы ұсынып жатыр Горняк ойыншыларына. Қараңыздар, Рахымбек Мирман, құттықтау лебізін біз бағыштаймыз саған, Рахымбек, өте жақсы. Итак, забита очередная шайба. Рахымбек Мирман является автором гола. Здорово он накрутил вокруг ворот своих соперников. И очень хорошая скорость продемонстрирована в этом вот приеме. И не успел Илья Лигай закрыть правый нижний угол.
Здорово, технично очень исполнил Рахимбек Мирман. Счет у нас 0-4. Остается 10 минут 40 секунд. Ну и, конечно, Горняк устремился в контратаку. Захлебнулась опять очередная атака Горняка. Ну и здесь атака. Здорово было бы. 14 номер Рахимбек Мирман. Здорово завез он. И очередная атака. И здорово. Илья Лигай отбивает. Но теряется шайба где-то в экипировке. Здорово. Хороший отрезок проводит и Борис, и Горняк. Горняк, конечно, больше в защитных действиях неплох. А Борис, естественно, в атакующих индивидуальное мастерство демонстрируют игроки Бориса. Очень много сольных проходов. Мы смотрим сейчас обратно очередной вбрасывание на территории Горняка. Команда Рудничан будет сейчас защищаться. Ну а сегодня у нас еще есть параллельные игры. Я их вам сейчас озвучу. Естественно, у каких-то команд будет да, и проброс. Да, проброс сейчас. И команда Горняк будет обратно в защитных действиях. Ну и Арлан встречается с Ястребами. Первый период, счет 0-0. Алматы, Мунайши, счет 0-0. Также игра идет в данный момент. Ну а Кулагер с Азбатыром в 3 часа начнут игру. Темиртау, Торпедо в 17-0. Актобе, Астана, 18-0. Игры будут проходить. Ну а 13 декабря Горняк будет встречаться с командой Астаны. Под названием Астана, естественно, потому что Борис у нас тоже из Астаны. Итак, у нас Горняк в защитных действиях обратно все отрезок, весь отрезок проводит. Да, и здесь 21 номер. Иван Корниенко пытался сам в одиночку пробраться между игроками Бориса, но не получается. Здесь очередная атака от Горняка. Здорово. Габдулянов. Габдулянов вчера огорчил он вчера Абая Шарипова. В упор расстреливал Денис Габдулянов Данила Лыткина. Но Данил Лыткин здорово. Хорошую позицию занимает Данил. Ну и очередная атака от команды Борис. Кружат, кружат здесь. И здорово находит он своего партнера 47 номера Артема Шарапова. Здесь перехват. И еще раз. 18 номер Александр Перкин. Наброс. 19 у нас Карим Кожебеков. У борта здесь поборолись два игрока. Ну и выбрасывает наконец-то из зоны Горняк. Да, неплохо все-таки отзащищали сейчас. Хороший гол продемонстрировал, конечно, Рахимбек Мирман. Здорово он
прокрутился вдоль ворот. И здесь опасный момент. 87-й номер Алексей Трегубов запутался здесь. Здесь 97-й Альмир Оразбаев. Итак, очередная атака. Сможет ли... Да, конечно. Отзащищался 47-й Ислам Абдуллаев от команды Горняк. Здорово, не дал он пройти 68-му Александру Макарову. Ну а здесь ошибся обратно Иван Корниенко. Отобрал не без труда ее игрок Борыса. 44-й номер. Будет ли бросок? Нет, не очень удачно. Амир Гафуров. Остается 6 минут до окончания второго периода. Ну что сказать, в общем-то, по игре. Кого можно выделить? Это Рахимбека Мейрмана, это Карим Кожебеков, Асанали Саркенов, Артем Шарапов. Ну а со стороны здесь опасный момент. Высоко очень задирает шайбу 4-й номер Раты Дурвишвили. А возможно, это был легковец. Реклама на нашем канале. Завершилась реклама на нашем канале, и продолжаем мы трансляцию второго периода. Команда Горняк проигрывает в данный момент команде нашей столицы, команде Борыс. Ну а компания 1xbet, главный спонсор спортивных эмоций, является партнером данной трансляции. В данный момент все любители футбола имеют уникальный шанс принять участие в акции «Стамбульское чудо» и выиграть поездку в Стамбул на матч Лиги чемпионов и Лиги конференции. Подробности в Instagram 1xbet, нижний пробел, KZ. Да. Здорово. Сейчас настроены игроки Борыса на победу. Мы знаем, что основная команда команды Горняк очень принципиальна и с такими сильными соперниками. И здесь сейчас нарушение, конечно, правил будет. Заехал в ворота и голкипер, и нападающий, и защитник. Сейчас не было бы травмы у Ильи Элигая. Конечно, не хотелось бы, чтобы покинул он створ ворот. Чтобы не говорили, но голкипер и вратарь, это мы знаем, что половина команды. Естественно, замена его — это только в критические моменты. И здесь вот она. И хороший наброс был сделан Раты Дурглишвили. Нет, это 41-й был, извиняюсь. Егор Левковец. Ну и роняет его, конечно, Михаил Кожуховский. Да, хороший габаритный парень у нас Михаил Кожуховский. Растолкал он. Ну и его вот же и наказывают. Остается 5 минут 30 секунд. Борыс никуда не торопится. Борыс имеет сейчас большинство. Естественно, будет сейчас не очень просто команде Горняк, потому что Борыс и без того прессингует. Борыс и без того в атакующем порыве всегда. Поэтому определенная сложность возникнет, конечно, у игроков в черной форме. На их территории будет опять же вбрасывание. Сейчас привели в порядок и амуницию, и инвентарь.
Кирилл Балков на точке вбрасывания. Ну и Давид Стенников. Нет, Габдулянов, извиняюсь, здесь был. Ну и бросок защитника. Борис отбирает шайбу и устремляется обратно в атаку. Большинство, конечно, сейчас будет, возможно, реализовано, возможно, и нет. Но в третьем периоде, конечно, мы будем ждать также голевой феерии от команды Борис. Как вчера неплохо они отыграли, опасно. Между коньков проскакивает шайба. Бросок очередной, но блокируют его защитники. Да, и угрожают воротами, воротам ударами. 27-й номер Егор Шимин. Ну и еще от синей линии бросок. Ну и здесь нарушение. Еще раз будет 5 в 3 играться игра. Ну и Аслан Руслан всаживается на скамейку. Формат будет 3-5. Очень-очень непросто будет рудничанам сейчас на льду. Будет очень жарко, несмотря на такой морозный воздух. Сейчас у нас в Кустанайской области, в общем-то, в северном регионе минус 30. И Аслан Руслан присаживается за задержку клюшкой. Минус 30, но это нам не мешает проводить наши встречи. Такие прекрасные арены сейчас у нас построены в Казахстане. И мы видим сейчас сбрасывание, выигрывает Борис. Три игрока у нас на поле. Ну и Раты Дурглишвили был, выдал пас. Обратно через Дурглишвили. Не ожидал здесь увидеть. Очередная перепасовка, и большинство никак не может реализоваться. Не дает такой возможности Горняк, никаких ошибок. И здорово бросает 47-й номер Артем Шарапов. Перехватывает шайбу Илья Легаев, все видит, все хорошо. Позицию хорошую выбрал, посмотрите, и закрыл все углы ближние. 3 минуты 57 секунд. Да, это, конечно, много для хоккея. Вчера мы знаем, что в третьем периоде за одну минуту только 3-4 шайбы было заброшено. Илья Легай приводит себя в порядок. Естественно, и 37-й номер, 27-й Егор Шимин, извиняюсь. Я ойнын аяқталуына 3 минут 50 секунд қалып тұр. Қазір Барыс командасының көпшілігі, қараңыздар, көпшілікте ойнауда өте оңай, бірақ көпшілік өте қауіпті. Қараңыздар, тағы да соққы Илья Легай орнында. 44-ші номердегі Амир Гафуров соққы жасады. Илья Легай мықты қорғаныста. Тада Бенни Хайталау. Соққы жағынан әрине қазір Барыс командасы айқын басымдылық, қауіпті жағдай қазір штангаға тиіп жатыр. Осы шайба құтқарды әйтеуір қазір. Тада соққы. Барыс командасының айқын басымдылығы болады осы екінші кезеңнен кейін. Лақтыр жағынан, енгізу нүктесінен, осы шайбаны ұстау уақытынан басымдылық өте айқын. Қараңыздар, шайбасыз ойнауда қиын. Я, бізде қазір Барыс командасының шабуылы жалғасуда. Ада соққы, бірақ қайтарып жатыр. Қауіпті лақтырыс болды қазір қақпаның бағытына. Төрешілер сықырғы тағы да болып жатыр. 7 секунд қалуда көп кемшілікте ойнауға Горняк командасына.
Тарда. Гарня команда с ним ончится жазалана Дмитен Джок Барыс командасын Амир Гафуров аяқты іліп алған үшін айыпталу аймағында. Көпшілік енді қазір 7 секундтан кейін Гарня құрамында болады. Соққы жойқын бұқсықтан. Дима Егінші Ансанали Саркенов. Яй, на жерде тағы да Гарня командасы өзінің алаңынан шығара алмай жатыр шайбаны. Шығарамыз деген ниетін көрсетіп жатыр, бірақ Барыс командасы келіспей жатыр осы жағдаймен. Лев Крицын. Я өте жақсы кіріп жатыр алаңға Гарняк. Мүмкіндік бола мекен лақтыр жасауға. Жоқ, бәрін қадағалап жатыр Барыс командасының ойыншылары. Пас. Көксіқтан атла мекен қазір шайба. Бір минут уақыт. Давид Стенников лақтырыс. Оннан шықпады шайба. Өте жақсы. Сен 8-ші номердегі Мараман Макаров. Илья Лигай сіздің алдыңызда. Ойыншылар алмасып жатыр қазір. Гарняк құрамында әрине көпшілікті қазір жоқ болып жатыр Барыс командасы да. Лақтырыстар пайда болған жоқ. Тек қана шайбаны сол жаққа немесе оң жаққа айдап кетуі. Қараңыздар. Ал Барыс командасы тағы ұмтылыс жасауда. Қауіпті жағдай. 11-ші номердегі Ратимир Трифонов. Пас алмасу Барыс командасының әріптестері таба ала ма екен өз бір-бірін? Жоқ, болмай қалды. Ал тағы да Барыс командасы Ақтөбе қаласына аттанады. Қарыс тағы да уақыт аяқталды. Екінші кезең аяқталды бізде. Барыс командасы Ақтөбе қаласына барады. 14-ші, 15-ші осы 90 айында ойын көрсетеді. Ал сонымен екінші кезең аяқталды. Есеп 4-0. Голдың авторы Рахымбек Мейірман осы екінші кезеңде. Ал біз енді үшінші кезеңді күтеміз. Сондықтан ешқайда алыс кетпеңіздер, құрметті көрермендер. Есеп 0-4.
Армысыз қымбатты көрермен, назарларыңызда Ақтөбе Астана ойынның елеулі сәттері. Бірінші минуттардан бастап Ақтөбе шабуылға ден қойды. Алаңгерлері қожайынның кім екенін көрсеткісі келді. Десе де Астана командасы да қарап қалған жоқ. Олар шабуылдан өте керемет ойын көрсетіп, 11-ші минутта есеп ташты. Тұрсынбеков бастаған шабуыл, Амир Шукеловтың пасы және Никита Пашковский қақпашы Максим Туговичтан айласын асырды. Осылайша есеп 0-1. Бірінші ойын кезеңі елордалықтардың басымдығымен өтті. Олар тіпті есепті еселейтін тамаша мүмкіндіктерге бола жаздар. Абырой болғанда Максим Дубович қақпасын аман сақтап қалды. Екінші ойын кезеңі Ақтөбенің басымдығымен өтті. Және олар таразы басын теңестіруде епті қимылдар жасады. 23-ші минут Максим Морозовтың бағыттаған соққысы қақпадан табылды. Таразы басы теңесті. Александр Акунскийдің голдық басын айта кеткеніміз жөн. Ойынның екінші бөлігі өте тартысқа толы болды. Антон Васин шәкірттері қорғанысқа көңіл бөле бастады. Дәрмен Габдуллин да шебер ойынын жалғастырды. Ақтөбе бағыттаған бірнеше соққыға жауап беріп жатты. Матчтың 32-ші минутында Ерасыл, яғни өзінің командаластарын алдыға қарай сүйреуге тапсырма берді. Капитанның айтқан істеу Ақтөбе жігіттерінің қолынан келмеді. Осы керемет голдан кейін Астана командасы күш алды. Есеп 1-2 ұлғайтты. Бұл жолы гол соғып көзге түскен Ильяс Шайхмеденов. Астана командасы артық құрамда өз мүмкіндіктерін сәтті пайдаланды. Максим Дубович болса қақпасын аман сақтай алмады. Астана осы голдан кейін де тоқтап қалмады. Олар шабуылда қайта-қайта қарсыласты мазалады. Не қақпашы Дәрмен Габдуллин да керемет өз қақпасын сақтады. Матчтың 46-шы минутында Ақтөбе таразы басын теңестірді. Марк Баленов керемет ептірік танытты. Ерасыл Шайкеновтың берген пас еді бұл. Бұл мүмкіндікті құр жіберу Марктың өзінің ептірігінің себебі еді. Құр жібермей Марк өз атына бір гол жазды. Осылайша есеп 2-2 болды. Және де ойынның аяқталуына 1 минут уақыт қалған кезде матчтың нүктесін Максим Морозов қойды. Қаһарман ойыншы командасына жеңісті жұлып алып берді. Дәрмен болса соққының қайда бағытталған өргенімен, бірақ оны ұстап қала алмады. Осылайша Ақтөбе жеңісті жұлып алды. Үшінші ойын кезеңін олар сәтті аяқтады. Жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ болды. Батыстық команда сенімді ойын көрсетті. Осылайша олар турнир кестедегі өздерінің үйреншікті орнын сақтап қалады. Матч статистикасы мынадай. Соққылар 18-39, жеңіп алынған шайба тастаулар 31-25, артық құрамда гол соғу 0-1, кем құрамда 0-0, тәртіп бұзу 31-4. Матчтың қорытынды есебі 3-2. Ақтөбе командасының сенімді жеңісі. Да, друзья, Халык-арена. На сей раз со снежком. В Алмате выпал снег. А Алматы принимала в гостях Мунайши из Павлодара. Жастар хоккей лигасы. Это первая встреча. Ну и получилась она для алматинцев неважной. А первый период полностью упустили хозяева. Не проснулись, не знаю, не вошли в игру. В итоге вот такой курьезный гол случился буквально в самом начале встречи, на 5-й минуте. Отскок от лицевого. Ну и там дальше Никита Мальцев не промахивается. Ну и первый период еще вот таким моментом запомнился. Выигранное вбрасывание передач на пустые ворота. И Максим Брагин не промахивается. Все тот же Мальцев поучаствовал во втором голе своей команды. Ну, первый период абсолютно точно остался за Мунайши. Больше атаковали, больше создавали. Ну, вот и был, да, момент через 30 секунд после гола Брагина. Одну шайбу отквитал Айдуков. 1-2, ну и дальше алматинцы что-то пытались придумывать, но мало что получал. Во втором периоде вот такая заброшенная шайба. Егор Бастаногов в большинстве отличился, Фетисов и Выговский у него в ассистентах. Первое же свое большинство алматинцы реализовали. Но не остались в долгу и Мунайши, и также в большинстве смогли
реализовать свой момент. Дмитрий Пархоменко забросил с передачи Антмеля и Плашенкова. Таким образом, 2-3 Мунариши забросил. Ну, честно говоря, больше заброшенных шайб в этом матче не было. Да, после пропущенной шайбы алматинцы могли забросить. Был момент у Демеу, был момент у Мужикенова во втором периоде, но в итоге ничего. А в третьем периоде на старте алматинцы очень неплохо поатаковали. На самой заре, скажем, третьего периода было достаточно моментов, когда можно было отыграться. Но никак не могли этого сделать. Потом Мунайши выровнял встречу. И вот такой момент у Филимонова был. Посмотрели повтор. Шайба не пересекла линию. В итоге не хватило там немножечко. В концовке очень много Алматы держал шайбу без продвижения вперед, скажем так. Тратили время драгоценное. Даже на финальный натиск толком-то времени не хватило. А был момент, да, вот это уже 2 секунды, когда оставалось. Но в итоге алматинцы так и не смогли счет сравнять и перевести игру в овертайм. Смотрим статистику всей встречи. 20 бросков в створ было у Алматы, 19 у Мунайши. На точке вбрасывания 30 было у Алматы, 17 у Мунайши. Голы в большинстве по разу команды отличились. И штрафное время по 8 минут команды наиграли. Финальный счет 2-3. Победа Мунайши. Одиннадцатый Жастар Хоккей Лига Сы. Игровой день, насыщенный Жастар Лиги сегодня. Горняк на своем льду принимает команду Барыс Астана. Ну и Барыс, один из лидеров нашего Жастар чемпионата, сразу же ринулся с места в карьер, сразу стал атаковать. И в целом по первому периоду мы видели заброшенную шайбу. Артем Шарапов это делает. Самостоятельно создал себе ситуацию успеха. На ваших экранах эта ситуация. И это заброшенная шайба в левый угол от Никиты Шапошника. Шапошник, который находился всю игру в створе ворот у команды Горняк, в этом моменте капитулирует. После этого Барыс продолжил нагнетать, но в первом периоде уже больше заброшенных шайб мы с вами не увидели. Перкин был близок к тому, чтобы забросить, но шайба в створ ворот не полетела. Никита Шапошник на ваших экранах останавливает эту атаку. У Горняка возможности были, и после первого периода 26 по броскам Барыс и 3 всего команда Горняк. Второй период уже стартовал. Шапошник снова спасает свою команду. Еще и еще во втором периоде Борис сыграл так же, как и в первом номером. Ну а здесь момент от Габдулянова. Денис Габдулянов имел хороший шанс. Ну а здесь уже 22 номер забрасывает шайбу. Асанали Саркенов, Арыстан Амырханов ему в этом ассистирует. Еще разок нам показывают эту заброшенную шайбу. Здорово разыгранная комбинация. И Шапошник снова по своей команде помочь не смог. Асанали Саркенов на ваших экранах. Барыс не останавливался, забросил еще одну шайбу. Карим Кажибеков, автор третьей шайбы. Рахимбек Мирман ему в этом ассистирует. Оба игрока второго звена. Еще раз шайбу заброшенную нам с вами демонстрируют. Вообще Барыс очень здорово сыграл дисциплинированно. В первом периоде вообще не удалялся. Во втором периоде единожды он это сделал. И момент от Крицына. У Горняка моменты во втором периоде однозначно были. Были практически стопроцентные моменты. Однако воспользоваться этими моментами подопечные Андрея Шевченко не смогли. Зато смог воспользоваться моментом Алексей Трегубов. 87 номер на ваших экранах. Александр Перкин ему в этом ассистирует. Оба игрока первого звена. Еще раз наблюдаем. Практически аналогичная шайба, как и третья от Карима Кажибекова. Алексей Трегубов. 24 очка по системе гол плюс пас. Три шайбы в третьем периоде заброшенные были всего. И третий период, да, начался с того, что продолжил свою гнуть линию Барыс. В большинстве Александр Макаров забрасывает. Рахимбек Мирман. Ассистенты Амир Гафуров. Таким образом, Мирман дважды ассистировал
в этом матче. И поздравляем Александра Макарова, который забросил пятую шайбу для своей команды. Макаров был на ваших экранах. Ну и в целом третий период, так же как и первый и второй. Чемпионат мира по хоккею среди молодежи до 20 лет. С 10 по 16 декабря Будапешт, Венгрия. Сборная Казахстана сыграет с командами Австрии, Дании, Франции, Японии и хозяевами льда сборной Венгрии. Яркие и зрелищные, жесткие и бескомпромиссные все матчи нашей сборной только на телеканале InSport. Не пропусти. Болеем за наши вместе. Итак, статистика второго периода 4-16. Перебросал Борис очередной раз Горняк. Ну и второй период завершился со счетом 0-4. Одна только шайба была заброшена от команды Борис. Рахимбек Мирман автором гола является. Ассистировал ему без ассистентов, то есть он забросил именно своим индивидуальным мастерством. Ну и также у нас от команды Горняк в створ ворот выходит Илья Лигай. А здесь происходит замена. В третьем периоде выходит обратно Абай Шарипов. Повторяется сценарий вчерашней игры. Абай Шарипов дает возможность ему Виталий Анатольевич Литвинов. Третий период противостояния Горняк-Барыс. 1xbet Жастар Хоккей Лига Сы.
0-4 счет. Ну и перехват здесь от... Здорово, гол! Павел Гаврюшин. Здорово прошивает он Абая Шарипова. Да, не везет Абаю Шарипову. И вторая игра, и во второй игре он пропускает. В прошлой игре он пропустил от Дениса Габдулянова, а здесь его огорчает Павел Гаврюшин. Счет 1-4. Еще не все потеряно, еще есть около 20 минут. Конечно, меньше с первых секунд. Можно сказать, 12-я секунда игрового времени. И Павел Гаврюшин перехватывает шайбу. Да, статистика была 0. Павел Гаврюшин новый игрок в составе команды «Горняк». Ну и обратно выигрывает вбрасывание «Горняк». Хорошо. Переправляет мяч Ислам Абдуллаев. Ну и здорово, конечно, начали игру игроки команды «Горняк». Ну а компания 1xbet — партнер этой увлекательной трансляции. Регистрируйся на сайте и получи 200-й бонус на первый депозит до 200 тысяч тенге. Играй и получай увлекательные эмоции, говорит 1xbet, партнер нашей трансляции. И сейчас вступает в игру Абай Шарипов. Борис сейчас владеет шайбой. Ну и 15-й номер Тимерлан Китаров. Выбрасывает из своей зоны Борис шайбу. Никуда не торопится. 22-й номер Асанали Саркенов взаимодействует. Здесь очень здорово было. В пас сыграли. Но не получилось. Ну, а что сказать по штрафным минутам? Конечно, здесь Михаил Кожуховский нарушал правила. Аслан Руслан. Сейчас здесь остановка игры очередная. Вбрасывание будет на территории «Горняка». Аслан Руслан, задержка клюшкой. Армир Гафуров, подножка была. Вот. В принципе, по штрафным у нас 10-6 по минутам. Конечно, 5 нарушений было уже в составе «Горняка» и только 3 в составе «Бориса». Очень хорошо играет и здорово. Сейчас 12-й номер Савелий Потапов проверяет Илью Лигай. Да. Ну а если по блокированным броскам, то Борис здорово блокирует все попытки взятия ворот от «Горняка». 9 раз заблокировали они бросок. В большинстве один гол был забит. Это в первом периоде. Естественно, Борис, конечно, набирает свои заветные 4 очка и поднимается, приближается, так скажем, к Жас Батыру. Ну, Жас Батыр, конечно, тоже не из последних. Конечно, сил набирает свои очки очень легко. Он победил 1-10 со счетом, Жас Батыр. И здесь «Горняк» поборолся. Здорово задержали они шайбу. Но Борис выцарапывает свой момент обратно. И перехват от команды «Горняк». Выбрасывают из зоны. Сменились игроки в черной форме, а именно рудничане. И здесь очередная атака. Здесь задержка клюшкой. Будет нарушение от Льва Крицына, показывают нам операторы. Да, невынужденная ошибка, ничто не предвещало, никакой угрозы не было. Илья Лигай был на месте. В принципе, можно было и не нарушать. Но такое решение Льва Крицына здесь. Вот, да. Нарушает на Асанали Саркенове. Лев Крицын, задержка клюшкой, конечно. Да. Оставляет он свой коллектив в меньшинстве. И 14-й номер
Здесь Борис накручивается. Большинство Бориса. Будет ли оно реализовано в очередной раз? В прошлой игре давали шансы игроки Горняка, но не один раз только воспользовались. И здесь здорово заблокировал игрок Нурислам Зияш эту передачу. 14 номер у нас Рахим Бек Мирман. 75-й. Вот он, Нурислам Зияш. Будет ли бросок от синей линии? Да, бросок есть. Заблокировали бросок. Статистику подправили в этом случае. И Горняк перехватывает эту передачу. Рахимбек обратно с шайбой. Амир Гафуров. Выбросили все-таки из своей зоны рудничане эту шайбу. И затянулось немножко время. Оттягивается. Здорово. Павел. Здорово он вернул обратно своим партнерам. Не хватает вот такой вот командного взаимодействия от игроков в черной форме. Борис отлично друг друга чувствует. Ну а у Горняка стоит отметить, что шайбу только просто выбрасывают игроки. Никакой нет командной игры, по моему мнению. Ну и, конечно, соперник не дает такой возможности. Быстро читает игру Борис. Все атакующие действия прерывает. Вот и он вам показатель. 14 бросков всего лишь от Горняка и 30 аж у Бориса. Здесь бросок, 55 номер. Арнур Кайсар, теряет он. Здесь Лев Крицын. Ну и пас напрашивался, да, поздно, конечно, он увидел своего партнера. Вот вам и перехват. Вот она и атака. Да, 22 номер здесь, здорово здесь защищался Илья Легайс. Аналис Аркенов бросал. Из-за ворот сейчас будет атака продолжена. Просочился все-таки. Просочилась шайба через клюшку. Опять у нас Асаналис Аркенов. Сам и... гол. Асаналис Аркенов. Здорово. Отыграл. 5-1. Счет на табло. Асаналис Аркенов, автор гола. Ну и отличается у нас третье звено команды Борис. Поздравляем Асаналис Аркенова. Асаналис Аркенов у нас и вчера отметился голом во втором периоде. Забрасывает Асаналис Аркенов. Ну и третий период сегодня тоже результативный для Асанали. Набирает 5 баллов Асанали. Здорово. Ну и опять же начнется игра опять с центра. Ну и аккуратно перехват Бориса. Продолжается атакующий порыв Бориса. В белой форме команда Борис. Третий период. Лев Крицын. А до этого Павел Гаврюшин у нас забил гол. Ну а тут же ему отвечает Асаналис Аркенов. Знаем, что по вчерашней игре за одну минуту только 3 гола забили игроки Бориса. Так что будем ждать и сейчас голевой феерии от игроков в белой форме. Да, бросок. Аленда бізде осы үшінші кезең басталғалы Павел Гаврюшин 70 номердегі ойыншы. Горняк командасы бізде жарнама.
Ал енді жалға астырамыз. Үшінші кезең, өне Барыс командасына отыру жері дейміз. Енді Гарния командасының дайындығы. На жерде Павел Гаврюшин, мен айтып жатырмын, Абай Шариповты ойсыратты. Бірінші голын соғып жатыр Павел Гаврюшин осы құрамада, осы ойында. Есеп осы сәтте 1-4 болған, ал Асан Рисаркенов осымен келіспей жауап беріп жатыр Павел Гаврюшинға. Осылай есеп бізде 5-1 болып жатыр осы сәтте. Асан Рисаркенов өзінің шеберлігімен өзі ғана осы қақпаға ұмтылыс жасап, оңтайлық қолымен лақтыр жасаған болатын. Есеп 1-5 сонымен Барыс командасы шайбаны шығарып жатыр қазір. Горняк алаңынан 4-ші бұл Рата Дурглишвили. Өте жақсы Рата Дурглишвили көрініп жатыр бізге ойында. Мына жерде қателік болып жатыр. Тағы да Павел. Лақтыр жасады Гаврюшин. Карим Қаржыбаев. Мына жерде 3-1 ойыншы болды. Ал Барыс командасының шабуылы әлі де болады. 87-ші нөмірдегі Алексей Трегубов бастаған. Қараңыздар, лақтырыс бола мекен. Қажыбаевқа беріп жатыр. Қажыбеков, кешім сұраймын, Карим Қажыбеков. Өте жақсы, тағы да қабылдап жатыр Карим. Соққы, Илья Лигай бәрін көріп жатыр. 41-ші Егор Левковец. Жоқ, Дурглишвили соққы жасады, Рады. Дурглишвили. Я, Рата, кешім сұраймын, құрметті көрермендер. Енді жас хоккей лигасын біз тамашалап жатқанбыз. OneXBet компаниясы осы елдірер көрсетілімнің серіктесі. Сайтқа тіркеліп, бірінші депозитке 200 мың теңгеге дейін 200 бонус ал деп жатыр OneXBet ойына. Және қызықты эмоцияларды ал деп жатыр біздің OneXBet компаниясы. Тағы да қараңыздар, Барыс командасының қорғанысы. Қорғаныстан әрине қазір шабуылға көшеді. 14-ші нөмірдегі Рахимбек Мейірман бастап жатқан шабуылды кім қолдайды екенін біз қазір көре тұрармыз. Әріптестеріңіз іздеуде. Ешкім жоқ. Борт арқылы ойнау қазір. Қараңыздар, 44-ші нөмірдегі Амир Гафуров шығара алмады қазір Горняк ойыншылары. Амир Гафуров тағы да бастап жатыр осы шабуылды. Горняк пен Барыс қақтығысы борттың қасында. Ал Горняк жеңімпаз болып жатыр осы сәтте. Бірақ онымен келіспейтін 14-ші нөмірдегі Рахимбек Мейірман соққы бола ма екен? Жоқ, болмайды. Ыңғайсыз. Нұрислам Зияш та болды. Альмир Оразбаев қосылып жатыр. Горняк өзінің қақпасынан қауіпті алып тастап жатыр. Алыстатып, қараңыздар, шабуылға көшті. 21-ші нөмірдегі Иван Корниенко өшіп қалып жатыр әрдайым осы шабуылдар Горняк құрамасынан. Міне, әне қараңыздар, 13-ші нөмірдегі ойыншы Алибек Абзал жалғыз ғана ұмтылыс жасап жатыр шабуылға. 10 минуттай уақыт қалып тұр қазір осы ойынға, ойынның аяқталуына әрине. Ал қарымта ойын бізде қазір тамашалап жатырмыз. Біз параллельдік ойында Арлан мен Ястребы командасының арасында қақтығыс. Көкшетау өңірінде ойнап жатыр осы ойын. 1-1 есеп. Қазірде 2-ші кезең болып жатыр оларда. Ал Алматы мен Мұнайшы арасындағы қақтығыста 2-ші кезеңде, 1-ші кезеңде кешірім сұраймын, 1-ші кезеңнен кейін 1-0 есеп тағайындалып жатыр қазір таблода. Ал Құлагер мен Жас Батыр командалары бастайды сағат 3-те өзінің ойынын. Теміртау мен Торпедо арасындағы ойын қарына жерде гол болып жатыр. 41-ші нөмірдегі ойыншы Егор Левковец болды соққан болатын. Егор Левковец кешеде голды соққан.
6-0 есебін тағайындады. Таблоға қыраңыздар, қайтара соққы. Егор Левковец, Илья Легай үлгірмей қалды осы сәтке. Есеп сонымен 1-6 болып жатыр. 1-6 Егор Левковец голдың авторы. Я құттықтау лебіздерін қабылдады. 25 ұпай жинақтауда қазір Егор. Өте жақсы көрсеткіш. Ең үздік осы шабуылшылар арасына кіріп жатыр. Егор Левковец кеше де біз айтып жатырмыз. 25 ұпай болды. 26 бүгін. Кешегі де ойынан кейін 27 болады. Сонымен өте жақсы жетістікке жеткізіп жатыр өзінің қолын Егор Левковец. Құттықтаймын мен өзім осы ойыншыны. Ал енді Горняк тағы қорғаныста. Мына жерде қазір үйреншікті көрініс. Горняктың қорғанысы дейміз. Қараңыздар, 9 минуттай уақыт. Әрине көптеген голдар сәттері туындайды. Мүмкіндік болады әлі де Барыс командасында. Мына жерде бәрде ереже бойынша Горняк шайбамен жасауда. Павел Гаврюшин өзі ғана осы Павелдің ойыны маған ұнайды. Әрдайым шабуылға құштар болып жатыр осы ойыншы. Қыраңызда тағы пас шығаралмады қазір осы шайбаны. Қауіп әлі бар қазір. Қада соққы қайтарып жатыр 17-ші нөмірдегі ойыншы бұл Денис Габдулянов. Итак, противостояние. Барыс забивает гол Егор Левковец. 6-й гол. 6-1 счет у нас на табло. Ну и Егор Левковец, отскочившую шайбу, воспользовался он этим моментом от Ильи Легая и вернул ее в свободный правый угол. Здорово отыграл Егор Левковец в обоих играх. И вчера он отметился голом. Ну и 27 очков, по моему мнению, гол плюс пас он набирает. И является одним из лучших нападающих и результативных игроков команды «Барыс». Здорово отыграл «Барыс» в обоих играх. Ну и можно сказать, еще один был момент. 19-й Карим Кожебеков имел возможность с разворота. Но Илья Легай хорошую позицию занимает. Здесь у нас обратно атака. Да, Саркенов и Абзал Алибек ему ассистировали в этом. Егору Левковец. Здорово играет. 2005 года. 8 мая день рождения у Егора. И хорошо он отыграл сегодняшние и вчерашние игры. И здесь обратно прорывается 47-й Артем Шарапов. Да. Привычная уже игра от Горняка. Не могут они навязать свою атакующую игру. И нон-стоп-плей, как говорится, это игра без остановки. Без остановки со стороны арбитров. И здесь опасный момент. 14-й номер стоял на пятаке. Рахимбек Мирман. Мешал он тут Илье Легаю, но, конечно же, ему противодействовал защитник команды Горняк. Да, и более 3 минут отыграли без остановки оба коллектива. Здорово. 88 номер Роман Макаров отправился отдыхать. Здесь задержка игрока клюшкой, возможно, была... 47 номер нарушает Ислам Абдуллаев, я так думаю. Нет, 10-й. Лев Крицын все-таки. Лев Крицын еще раз огорчает он свою команду вот этим вот меньшинством. Ну, а в большинстве будет команда «Барыс». Я говорю, еще с целых 6 минут играть обоим коллективам, так скажем, в этом матче. Естественно, будут очень большие возможности поразить ворота Ильи Легая у «Барыса». Ну и, конечно, Абаю Шарипову нельзя расслабляться, потому что Горняк может контратаковать. Такие есть исполнители, как Лев Крицын, Давид Стенников, Адельхан Сертаев. Поэтому не все еще потеряно. Конечно, разгромный счет со стороны «Барыса». Здесь Габдулянов. Ну и призывает нас сирена
вернуться игрокам на площадку. Все готово у нас здесь. Да, и играет у нас сейчас третье звено. В третьем звене у нас Егор Ливковец, Арнур Кайсар, Тамерлан Китаров и 22 номер Асанали Саркенов, 13 номер Абзал Алибек. Вот они все сейчас, всей пятеркой в большинстве. И какие плоды даст это большинство, мы сейчас с вами увидим, уважаемые зрители. И бросок от Саркенова. Илья Лигай, здорово, сейв. Саркенов в упор расстреливал Илью Лигай, но Лигай невозмутим и надежен для своей команды. Вот еще один момент. Откатывается защитник, дает пространство своему голкиперу. Все видит Илья и здорово отыграл. Хорошую практику набирает Илья Лигай в этих играх с таким соперником хорошим. Много бросков, много работы у Ильи. Естественно, все, что наработано на тренировке, все это можно сегодня попробовать и воплотить. Ну и я думаю, что у Ильи Лигая все получается. Борис много бросает. Ну и много работы, еще раз я говорю, у голкипера команды Горняк. До конца стоит Илья Лигай. Андрей Шевченко дает возможность доиграть этот матч. Ну а уже Абай Шарипов в очередной раз становится, заменяет он своих основных игроков, своих основных, так скажем, коллег по цеху. Ну, Илья Лигай здесь здорово выбрасывает шайбу, будет проброс. Нет, не был проброс. И здесь шайба чуть не была перехвачена, чуть не был голевой момент здесь. И Болгов Кирилл затаскивает. Илья Лигай на месте. Позиция верна. Все видит. Здесь 11 номер Ратимир Трифонов, возможно, угрожал с ворота. Показывают нам его операторы. Да, остается 4 минуты 45 секунд. Адыхан Сертаев на ваших экранах. Капитан команды Горняк. Ну, а капитаном противников, а так скажем, столичного Барыса, является Александр Перкин. 10 номер, 15 номер, бросок. Илья Лигай отражает этот бросок своим щитком на ноге. Здорово. Илья Шарапов. Четвертое звено играет у нас. Да, 27 номер Егор Шимин. Кирилл Болгов. 15 у нас Тамерлан Китаров. 12 номер Павел Савелий Потапов, извиняюсь. 4 минуты до завершения. И атакующие действия продолжаются. Борис расположен на территории Горняка. И бросок выше ворот. Здесь судьи поднимают руки. Ворота сдвинуты. Бросал от синей линии у нас 27 номер Егор Шимин. Ну и Илья Лигай за умышленный сдвиг, возможно, будет наказан. Да. Принимает решение сейчас арбитры, ставят на место ворота. И какое же будет решение, мы сейчас в дальнейшем увидим. Ну, что сказать. 3 минуты 51 секунда. Счет 1-6. Борис завершит, я так думаю, что с победой, в победном порыве, в атакующем порыве эту игру. И поэтому свои очки заветные набирает. После вчерашней игры у него было 39. Ну, а после сегодняшней будет 41.
очень близко, конечно, но Жас Батыр оторвался. 44 имеет сейчас Жас Батыр, 41 будет иметь Барыс. Ну и как завершится игра Актобе? Конечно, будем ждать этой встречи, уважаемые болельщики. Ал енді жалғастырамыз. Үшінші кезеңнің бізде 3 минуты қалып тұр. Барыс командасы үйреншікті шабуылдап жатыр. Қазір қараңыздар. Бірінші ұжым шығып тұр қазір осы алаңға. Бірінші ұжымның жігіттерін атап кетейін. Барыс командасынан Рата Дурглишвили, Александр Перкин, Карим Кажыбеков, Артем Шарапов және Алексей Тригубов. Міне Шарапов алдыңызда. Тригубовта болып жатыр. Міне отырып жатыр. Алмасып жатыр осы ойыншылар. 17-ші номердегі бізде Денис Габдулянов. Кешегі ойында бір гол соққан Денис Габдулянов. Ал бүгін Павел Гаврюшин. Павел Гаврюшин жаңа келген ойыншы. Сондықтан да ұпайлары жоқ болған осы бүгінгі ойынға дейін. Енді бүгін жарылып жатыр. Бірінші голды, бірінші ұпайды өзінің еншісіне Павел. Ал не, на жерде қарымта шабуыл Горняк командасынан Аслан Руслан бастаған шайбаны кіргізіп жатыр осы алаңға. Барыс алаңына. Шайбаға талас борттың қасында. Барыс командасы нақты қорғаныста. Ешқандай мүмкіндік лақтырыс беруге берген жоқ осы үшінші кезеңде. Мүмкін үш немесе төрт лақтырыс болса, ол өте жақсы болатын шығар Горняк құрамасынан. Ал былай мүмкіндік бермеуде қазір біздің осы Барыс командасы. Қараңыздар, шайбаға талас, уақыт созылуда. Әрине уақыт Барыс командасының еншісіне ойнайды қазір қараңыздар. Руслан Зияш алыстаған пас беруде өзінің әріптесін тауып жатыр. Амир Гафуров ол. Амир Гафуровтың да лақтырысы. Аслан Руслан лақтырыс жасаймын деген ниетін көрсетті. Қауіпті жағдай Гафуровта болды. Қазір мүмкіндік гол соғатын. Амир соқты, бірақ Илья Лигайдың позициясы мықты болды. Осы сәтте Барыс команда салып қойды тағы да шайбаны. Уақыт азайып барады қазір. Шығарылмады тағы да шайбаны. Қауіпті лақтырыс тағы да. Кім екен бұл? 22-ші бұл Асанали Саркенов. Лев Крицын шығарып жатыр борт арқылы. Қауіпті. Қателесу мүмкін қазір. Қарымта шабуыл, бірақ ұшып жатыр. Темелан Китаров алып қойды шайбаны. Соққы, соққы тағы да қайтара. Пас алмасу. Горняктың шабуылын қараймыз біз қазір. Болмай қалды. Саркенов алып қойды шайбаны қазір. Пас алмасу. Лақтырыс үлгірмей қалды қазір Саркенов осы пасқа. Немесе көрмей қалды мүмкін. Қараңыздар тағы да өте жақсы пас. Қақпа бағытына лақтыр жасады. Барыс командасының ойыншылары 40 секунд. Осы екінші қарымта ойынның аяқталуына 40 секунд қалып тұр. Давид Стенников аттанып жатыр қазір. Осы демалысқа дейміз. Енді бізде осы ойын аяқталғаннан кейін бізге осы тамаша әсем сәттерін тамашалауға біз шалу жасаймыз. Сондықтан ешқайда алыстамаңыздар. Осы әсем голдардың сәттерін қарап шығыңыздар. Құрметті көрермендер, қараңыздар тағы да пас алмасу. Мүмкін қазір гол соғатын мүмкіндік туындайды. Қорғаныста соңғы секундтарында Горняк өткізуде. Қараңыздар, шығара алмай жатыр осы шайбаны. Шығарды міне. Бірақ Барыс әпсетте алып қояды осы сәт шайбаны. Павел Гаврюшин міне, қараңыздар, мен айттым, мұнайды осы ойыншы. Шабуылдап алда шығады. Қазір уақыт аяқталды. Сонымен Барыс командасын құттықтаймыз. 1-6 есебімен ұтты.
Виталий Анатольевич Литвинов тогда без топ-таймс бас бапкер осы Барс командасынан. Енді барлық ойыншылар бір-бірін құттап жатыр. Қазір қараңыздар әрине Абай Шарипов та шығып жатыр осы алаңға жай емес. Енді Гарня командасы әрине ұпайларын жинай алмады. Сондықтан өкінішке орай осы жанкүйерлерді де қуанта алмады. Енді біз осы тамаша сәттерін тамашалауға сізді шақырамыз. Осы ойының шалуын көрсетеміз. Ал хоккей ойынын сүйіңіздер, сау саламат болыңыздар, құрметті жанкүйерлер, құрметті көрермендер. OneXBet жастар хоккей лигасы ұсынады. Рудный қаласына Барыс командасы қонақ ретінде келіп жатыр. Екінші қайтара ойын, қарымта ойын дейміз. Мына жерде Барыс командасының әрине басымдылығы айқын болды. Гарня командасы үйреншікті түрде тек қана қорғаныстан көзін аша алмады. Енді қараңыздар, Илья Лигайдың да тамаша ойын сәттерін біз көріп жатырмыз. Міне қараңыздар, ал бірінші голды бізде соғып жатқан екінші голды Рахимбек Мейірман соғып жатыр қазіргі сәтте. Қараңыздар, өте жақсы. Нұрислам Зияш Амиргафуров оған көмекші ретінде шыққан. Рахимбек Мейірман міне құттықтау лебіздерін қабылдады. Ал мына жерде мүмкіндік пайда болды 12-ші номердік Спасавели Потаповта. Лев Крицын атты ойыншы міне қараңыздар қателесіп, осылай Карим Қажыбековке жазылып жатыр осы гол. Әрине Карим Қаржыбеков осы Лев Крицынға қарсылық етіп, осылай жетістікке жазылып жатыр. Артем Шарапов осы бізге көрсетілуде. Ал енді Гарня командасының да ұмтылысы болды. Қақпадан Данил Лыткин тұрды осы үшінші кезеңге дейін. Ал 17-ші номердік осы Денис Габдуляновтың да мүмкіндігі пайда болды. Есеп 3-0. Қараңыздар, екінші кезең басталды. Екінші кезең басталғалы Илья Лигайдың жұмысын біз көріп жатырмыз. Қараңыздар, 44-ші номердегі да ойыншы ол Амир Гафуров гол сәттерін туындатты, бірақ ала алмады қақпа бағытын. Амир Гафуров Гарняк командасының қателігі болды. Қазір Потапов тағы да соққы жасады. Темірлан Китаров та қараңыздар қосылып жатыр. Мына жерде Гарняктың мүмкіндігі болды. Мейірман Рахымбек дубль жасауда. Қараңыздар, есеп 4-0. Өзінің жеке шеберлігімен голды соға білді. Шыр айналып осы қақпадан шығып кетіп, атылып голды соға білді. Илья Лигай үлгірмей қалды. Қараңыздар, 13 ұпай жинақтауда Рахимбек Мейірман. Тадақ гол сәттері туындады. Бағыт алды. Соққы Шарапов мүмкіндікті пайдалана алды, бірақ Илья Лигайдың сейвін біз тамашаладық. Ал мына жерде Гаврюшин, Павел Гаврюшин есепті ашты Гарняк құрамасынан. Павел Гаврюшин бірінші голды соға білді осы құрамада, бірінші голды осы ойында, бір ғана және жалғыз осы гол болды Гарняк құрамасынан. Одан кейін барлық үздік ойыншылары да үндемей қалды. Ал не Павел Гаврюшин бірінші өзінің ұпайларын жинақтауда. Потапов соққы, Илья Лигайдың сейвы. Қараңыздар, өте жақсы, бәрін көріп жатыр Илья Лигай. Ал мына жерде 22-ші номердегі Асанали Саркенов өзінің шеберлігімен осылай гол сәтін туындатып, өзінің мүмкіндігін пайдалана алып жатыр. Қазір Асанали Саркеновты біз құттықтаймыз осы сәтте. Илья Лигай әрине қазір көңіл күйі түсіп, ашулы сезімді көрсетуде. Қазір 4-ші номердегі ойыншы Рата Дурглишвили да соққы жасады көк сызықтан. Мына тағы да
Асанали Саркенов соққы жасады. Ал бүгін көзге түсуде Рахымбек Мирман көптеген қараңыздар кеше де өзінің гол сәттерін туындатты. Ал Егор Левковец 4-ші голды соға білді. Егор Левковец аяқталды осы ойын. 6-шы голды соға білді Егор Левковец. Оған Асанали Саркенов, Абзал Алибек ассистент болды. Алсын алдыңызда 44 қараңыздар. Барыс командасының басымдылығы айқын. 44 лақтыр жасады. Және көптеген айыпталу уақыттары Горнякта болды. Қорғаныста есеп 6-1. Осылай Горняк жеңіліске ұшырады. Барыс командасы өзінің ұпайларын жинақтауда. Екінші орында нақты орналасып жатыр Барыс командасы. Ал біз аяқтадық. Осылай біздің ойын аяқталды. Сізбен бірге болған Дархан Нұрпейісов. Осылай хоккей ойынын Жастар хоккей лигасын тамашалаңыздар. Сау саламат болыңыздар. Чемпионат мира по хоккею среди молодежи до 20 лет. С 10 по 16 декабря Будапешт, Венгрия. Сборная Казахстана сыграет с командами Австрии, Дании, Франции, Японии и хозяевами льда сборной Венгрии. Яркие и зрелищные, жесткие и бескомпромиссные. Все матчи нашей сборной только на телеканале InSport. Не пропусти. Болеем за наших вместе.